Всем привет, с вами снова я, Алина, и я вас приветствую на моем канале. Для начала хочу вас поздравить с долгожданной весной, которая уже вчера наступила. Сегодня 2 марта, если что. Да. Ну а это видео будет о моих покупках, потому как видео на такую тему было очень давно на этом канале в январе. Так что это видео о моих покупках с сайта NeedDress. Снимаю такие видео я, потому что мне нравится снимать такие видео, это первое. А второе, недавно я вела трансляции в Перископе. Кстати, мой Перископ — это Лагуна 2004, так что подписывайтесь, там я веду трансляции. Меня спросили, когда будет новый хол. Я подумала, почему бы мне не снять хол? Первая вещь, о которой я вам расскажу в этом видео, эта вещь сейчас надета на мне. Это такой голубой свитер. Он достаточно теплый, спереди он короче, сзади он длиннее. И вообще такой супер свитер, потому что в последнее время мне нравится голубой цвет. Идеально подошел. То есть бывает, что слишком длинный, слишком короткий. Этот просто идеальный. Да, по размеру. Так что все хорошо. Следующая вещь — это юбка. Юбки я ношу ранней осенью и поздней весной. Моя юбка выглядит вот так вот. Она черного цвета. Средней длины. По размеру она мне просто идеально дошла, поэтому я очень рада. Вот она на замочке, замочек в виде жемчужины такой. Я просто в восторге от этой юбки, она шикарная. В один момент Элина решила заказать что-то необычное и остановила свой выбор я на пряди черных волос. Вот так вот выглядит эта прядь. Она не очень длинная, но она длиннее, чем мои волосы, поэтому я ее прикрепляю высоко достаточно. Вот. Относительно моей головы высоко. Мне кажется, она очень прикольно смотрится, как бы можно делать селфи просто, чтобы кто-то подумал, что вы покрасили волосы, но это не так. И если вы думали покрасить волосы, но не знали, идет ли вам этот цвет, то можно заказать одну такую прядку и посмотреть, идет ли вам этот цвет вообще. Но вообще прикольная вещь, можно для селфи, можно для видео. Последнее, что вам покажу в этом видео, это костюм серого цвета. Первое — это кофта, которая вот так вот выглядит. Обычно серая кофта. Этот костюм нужно носить летом. И второе, я вообще сначала не поняла, что это такое, но это юбка. Да, опять же, она очень длинная, я такие юбки не ношу, и поэтому этот костюм оказался на мне большим, но не только из-за юбки, а просто на мне большой, поэтому я очень рада, очень. Ну и все эти вещи заказала с сайта needdress.com, но все эти вещи на самом сайте, ссылки в описании, так что спасибо за просмотр, я вас люблю и всем пока-пока. И пессимист, и оптимист, и пианист, и баянист, и программист, и шахматист, смотри канал. И гитарист, и вокалист, yo! И альпинист, и футболист, on, и журналист, и скандалист. Смотри канал Элины Яломис. Смотри канал Элины.